Привет всем, вы на канале Bear и Game. Мы продолжаем проходить Субнатику. В прошлой серии я плыла к крабу, к циклопу. Должна была туда доплыть. Так что продолжаем плыть. Мы в прошлой серии с вами узнали в модификационной станции и в стыковочной шахте прокачать нельзя то, что нам нужно. Соответственно, мы с вами поплывем на циклоп. Посмотрим, можно ли там будет прокачать. Смотрим, что у нас есть. Все есть. Тогда плывем к циклопу. Давайте посмотрим, можно его здесь прокачать или нет. Вроде бы здесь прокачки есть. Использовать изготовитель улучшений циклопа. Генератор щита временно создает барьер вокруг подводной лодки, ненадолго делая ее неуязвимой. Все. Теперь мы с вами можем собрать кабину для Нептуна. Да. Теперь у нас для этого все есть. Пойдемте делать. Потом, наверное, появится еще какой-нибудь чертеж новый. Будем его собирать.
что это было? Нападают. Тогда поплыли к первой базе. Это детеныш. Он еще маленький. Что ты за нами плывешь? Мотылек невкусный. Лучше рыбу лови. Затмение. Опять у меня эта капсула горит. Так, давайте собирать кабину Нептуна. Ракета уже рабочая у нас. По всей видимости. Мы здесь все посмотрели на этом этаже. Пойдемте в кабину. В мою кабину. Кабину капитана корабля ракеты. Что, неплохо, очень даже неплохо. Включить главный ЦП. Primary computer systems active. Мы сейчас улетим. Что это значит? Нам какая-то капсула времени нужна. Это что? Включи систему жизнеобеспечения. Life support systems online. Что-то с этой капсулой не то.
Ага, это то, что мы включили. Капсулы времени у нас нет. Но я же находила несколько штук. А, типа, туда надо что-то положить. Ну вот, положила. Ну давай еще вот это положу. То есть сюда надо что-то положить, да? Пока не знаю, что туда ложить. Надеюсь, кто-нибудь мне объяснит. Что у нас здесь? Вспомогательный источник питания. Гидравлика. Коммуникационная антенна. Это все красное, значит, это все не работает. Ну. Ракета ведь уже запущена практически. Только с этой капсулой что-то делать надо. А, понятно. Pressurizing hydraulics. Communications systems array active. Auxiliary power unit online. All systems are go for liftoff. Все готово, кроме капсулы. Невозможно запустить ракету, пока работает карантинная охранная платформа. Короче, Нептун уже построен. Все запущено. Надо отключать нам систему охранную. Ты чё? Выпусти меня. Конечно, Нептун, он все-таки меньше, чем Аврора. Но меня вполне и это устраивает. Нас будет видно издалека. Причем нас будут бояться. Welcome aboard, Captain.
Итак, давайте почитаем документы. Может быть, что-то я упустила. Местоположение главного инопланетного комплекса обновлено. Вулканическая область, соединенная с данной пещерной системой, на юго-востоке отсюда. Это мы уже здесь 102 дня, что ли? Иди сюда ко мне. Вот кто это говорит? Вопрос. Так, главного инопланетного комплекса. Местоположение главного инопланетного комплекса обновлено. Я бы, конечно, туда съездила, но циклоп немножко не прокачан совсем. Какой у него там, по-моему, второй модуль погружения стоит, 1300 метров. Ему бы еще прокачать немного. Хотя, может быть, и не надо. Поплавать, что ли, на циклопе? По той местности пещерной поискать что-нибудь? Где там эти модули? Модуль глубины погружения циклопа 3. Модуль глубины погружения 2. Пласталиевый слиток. И кианит. Три штуки. У нас есть, в принципе, мы можем собрать пласталиевый слиток. Три кианита у нас тоже найдется. Модуль глубины погружения циклопа 2. Ну, опять 25. Я же не могу с циклопа снять второй модуль. Он же просто у меня там от этого... От давления он у меня там лопнет, просто если я сниму. Я там не могу рисковать. Мне придется создавать новый модуль. Получается, мне нужно создать на циклоп первый модуль. Из первого модуля создать второй модуль. Из второго модуля создать третий модуль. Получается так? И там уже ставить его на циклопа. Давайте посмотрим, что там у нас. Модуль глубины погружения. Пласталевый слиток, 3 рубина. Давайте тогда заново все собирать. На циклоп эти модули. All systems online. Прям буду плыть и все с баз собирать. Так, ну титан нам сейчас по-любому понадобится, надо будет делать. Пласталевый слиток. Значит, опять литий, опять титан. Рубин 3 штуки. Что это? Кристаллическая сера. Она мне понадобится. Что еще? Так, на этой базе у меня больше ничего нет. Я могу здесь единственное, что найти. Мне где-то штуки 3 понадобится пласталевых слитка. 2-3 штуки. Соответственно, где-то мне нужно найти побольше металлолома.
сделать из него титан. Где мотылёк? Куда мой мотылёк делся? А, вот он. Так, а что у меня здесь-то есть? У меня же здесь тоже что-то было. Аптечка. Образец коралла. Тогда пока на этой базе создадим 3 титановых слитка. Соответственно, нам нужен металлолом. Что у нас там прокачано? Улучшение скорости, улучшение дальности. Значит, все нормально. Сейчас он нам по-быстрому его обнаружит. Так спит, что ли? Еще штуки 2 по месяцу. Все, на этом металлолом закончился. Ладно, у меня еще на базе там был титан, если что, должно вроде хватить. Хотя я бы еще кусочек взяла бы, если бы он не нашел. Не нашел. Yeah.
еще сколько тебе не хватает? А, все, только два? Два хватит, интересно. Здесь пласталевый слиток, и здесь пласталевый. Значит, надо три. А, мотылька. Опять я не то смотрю. Пласталевый слиток все равно нужен. Кианит, никелевая руда. Для первого тоже нужен пласталевый слиток. Пласталевый рубин. На этой базе больше ничего нет. Вот я сейчас пока плыву до второй базы. Я соберу еще два кусочка металлолома. Три. Или не соберу. Почему он здесь плавает? Как будто что-то охраняет. Охраняет металлолом, скорее всего. О, еще нашел. Все, нам хватит для третьего титанового слитка. О, уже грызет. Мотылька. Давайте я пока на этой базе здесь тогда и сделаю, а вот на остальных базах. Welcome aboard, Captain. Сейчас тогда сделаю титановый слиток и закончим на этом. В общем, буду прокачивать глубинный модуль циклопа. Надеюсь, я все правильно делаю и куда-нибудь там сплаваем поглубже. Я их сейчас убью. Отстань! Отстань от мотылька! Надо его спрятать. Вот, все. Прячем. Так что все, на этом мы закончим. В следующей серии будем делать модули на циклоп. Если что-то я делаю не так, то пишите, сообщайте мне и... Я буду делать что-нибудь другое. Так что так. Всем пока.